Сегодня очень пасмурное утро и капает дождик. Поэтому я решила приготовить маленькие солнышки, американские панкейки. Они готовятся очень просто и при этом очень вкусные. Для начала я беру яйца. Два яйца средних. Сахара нужно 80 граммов, это полстакана. Сахар. Сюда. И 2 чайные ложки ванильного сахара. Раз, два. Ложечка маленькая, поэтому добавлю еще чуть-чуть. Теперь это нужно хорошенько-хорошенько взбить. До однородности. Шумные работы. Здравствуйте. Постоянно помешивая, в эту смесь нужно влить 200 мл молока. Жирность молока может быть любая. Я стараюсь размешивать на небольшой скорости, потому что может случиться взрыв. Дальше переливаю жидкую основу в мисочку и добавляю 240 граммов муки. Чем мельче дырочки в сите, тем лучше, потому что тогда мука будет больше насыщаться кислородом и даст еще большую воздушность любым блюдам, которые подразумевают под собой пышность. Печь рассеиваем. Ой! На самом деле я бываю аккуратной. Очень редко. Мука есть. Нужно добавить 2 чайные ложки разрыхлителя. Играем музыку панкейков на разрыхлителе. Перемешивать начинаю ложечкой. Это хороший совет для любого жидкого теста. Как только появилась вот такая уже гуща, на которой можно практически гадать, подключаем блендер или миксер. 3, 2, 1. И он сказал, поехали. Ой, началось. Упс. Тесто нужно размешать до однородности, чтобы оно начало напоминать хорошую, качественную сгущенку. И последний штрих – это 1 столовая ложка растительного масла. Перемешиваем тесто с маслом, уже на этот раз до окончательной готовности. Тесто готово, ему нужно постоять всего 5-10 минут, для того, чтобы мука разошлась и панкейки были по-настоящему нежными и солнечными. Пока тесто стояло, я разогрела сковородочку, наливаю буквально маленькую капельку растительного масла, делаю это только один раз. Сковородку нагреваю не сильно, чтобы панкейки не пригорели. Крибли-крабли. Понеслась. Тесто можно немножечко перемешать перед жаркой. Формируем блинчик. Оп. Нужно постараться не делать капельки. Совет от Зоси. Если у вас дома маленькие детки, вы можете взять любую емкость от кетчупа или горчицы, помыть хорошенько, налить туда такое тесто и рисовать на сковородке настоящие шедевры. Солнышки, смайлики, зверушки. Дети будут в восторге. Я проверила. Что ж, блинчик жарится. Вот начали лопаться уже первые пузырьки. Это означает, что скоро мы будем его переворачивать. Красота получается. Панкейк поджарить с другой стороны нужно буквально минутку-две. Жарим, парим, парим и печем. Проверяем. О, корочка образовалась. Блинчик румяненький.
Поэтому первый пошел. Фух, ну это уже точно последний. Как они пахнут. Класс. О! Такая вот пизанская башня у меня получилась. Немножечко присыплю сверху. Утренние солнечные вкусняшки готовы. Я даже придумала игру. Давать блин каждому, кто придумает интересное утреннее пожелание. А я вам сегодня желаю встретить интересного собеседника и получить огромное удовольствие от общения. И настроение улучшилось. Для приготовления американских панкейков мне понадобится 2 яйца, 200 мл свежего молока, полстакана сахара, 1,5 стакана муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, 1 столовая ложка растительного масла, 2 чайные ложки ванильного сахара,